Хей, елки, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игруху по названием Borderlands 2. Как вы помните, мы прибыли в новый городок, и теперь мы отправляемся в Трирог. У нас там есть задание от Рона, есть задание от Зеда, и еще, кажется, от кого-то есть задание. Так, поехали. Карта. Это в другую локацию. Угадай имя. Это здесь, хорошо. Убить ассасинов. Это в этой же локации, куда и это там. Угадай имя, поехали. Так, это аж здесь, да? Да, здесь. Берем, значит, наш, так сказать, вид транспорта и отправляемся. Так, разместить, телепортироваться в машину. У нас... Мы будем ездить на с пулеметом. Так, сначала сюда. Сначала сюда. Осмотреть и заначки мордоплюев. Что едят мордоплюи? Что считается за заначками? Вот это, да? А, оно только зачитывается, если я вручную лазю. То есть, если я ее просто сломаю, это не за счет. Добро. Добро, да. Ох ты ж, ё-моё, иридий! Нахер. Он нахер. Транспорт. Бац. 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 Ты что, херел машину брать? Так, готово. Похоже, мордоплюи используют эти курганы для отбросов. Это предполагает разум на уровне приматов. Точно. Я назову их приматварями. Я сообщу своим издателям, а ты пока прикончи пару приматварей гранатами, ладно? Посмотрим, как у тебя получится с новым названием. С помощью гранаты? Это мне нужно... мутить тогда в такую тему. Издатели не оценили приматварь. Ладно, как насчет дикохищник? Это самые хищные существа. И я говорю это при том, что молотильник вырвал мне руку из сустава. Готово. Во всяком случае, обкатай новое название. Купи пару снарядов дикохищников. Посмотрим, придется ли им это название к лицу. Что? Стрелять? Расстрелять снаряды диких хищников? Какие снаряды? Какие снаряды имеются в виду? Поехали. Так, ну туда, мне кажется, я не заеду. Да? Да, невидимая стена. Блин, ну почему я на машине не могу заехать туда? Может, я на машине хочу туда заехать? О, нет, нет, на машине. Какой на машине? Нельзя. Ладно, сейчас здесь расстреляем. Тебе нравится?
А, расстрелять снаряды ты имеешь в виду, я понял. Все. Хищник уже занят. Твою дивизию. Мне так надоело придумывать название. А знаешь что? Костежоп. Точно, теперь мы называем их костежопами. Убей костежоп, что ли? Мне уже все равно. Убить еще несколько костежопов. Костежопы. Ребят, теперь вас зовут костежопы. А, и они так и подписаны, понимаете, костежопы. Может, мордоплюй не такое уж и неудачное название. Возвращайся. Так, но сначала, пока мы вернемся, нужно. А, то есть выход с карты имеется в виду вообще. Стоять. Южный шельф. Это откуда мы пришли? Ущелье отмороженных. Там. Знаете, такое. Поехали сначала в эту локацию. Погнали по новым. Где мы не были. А мы не были вот здесь. Либо хотя бы, чтобы локация у нас была открыта. Все, валим. А не, можно. А не, смотрите, здесь у нас уже полная новая локация. Уже здесь вообще такого ничего нету. Давайте сразу за миссией, я думаю, сгоняем. Какой? А, этот? О, тут динамит, слушай, есть. А, чё, паровой насос сломался нафиг? Я вижу, в чем проблема. И скажу медленно, чтобы ты все понял. Эта штука никуда не годится. Шина. Лучше раскурочь на запчасти другие насосы возле мотеля. Добро. Давайте хотя бы примерно карту посмотрим. Искаги, собаки, все подряд. Не важно то, что скаги и собаки это одно и то же. Так. Куда? Долбаные мордоплюи любят строить свои дома на насосах лещи. Грохни их, чтобы добраться до нужной запчасти. Готово. Тебе редуктор удалось найти. У парней, что их производят, редкий талант. Не часто встретишь такую драгоценность здесь. Вперед, втыкай его. Так, подожди, у нас еще есть вот сюда вот. Угу, готово. Так, там у нас еще закрыто. Я уже скоро апнусь.
ищешь, но самой верхушки вон того насоса. Потом вернемся. Так, я вижу, там есть какая-то тропинка. И здесь дорожка. Так, знак. Безбашенность, безбашенность. Готов спорить на последнюю почку, что в том насосе рабочий конденсатор. Просто сними защитную крышку и возьми эту хрень. Под туда еще дойти нужно. Слышь? Ай-яй-яй-яй-яй! Бросили уже. Похоже на конденсатор, который мы искали. Слушай, а тебе не кажется странным, что когда ты что-нибудь находишь, я это вижу? Это потому, что я слежу за тобой в туалете. Ну это так, типа по-дружески, брат за братаном. Короче, подключай эту хрень. Окей. Так, кажется, я застрял. Нет, не застрял. Так, еще здесь у нас неизученная... Вот могу ли я туда поехать? Могу. Могу. И зачем я сюда? Вы чё там вдвоём сидели? Чем вы там занимались? Так, ладно. Перезарядка. То есть, в общем, да, даже на 60. Ну ладно. Ну, я думаю, в принципе, здесь уже ничего не должно быть. Поэтому поехали. Так, а там мы были. Все, можно возвращаться. Возвращаться и сдавать миссию. Тихо, здесь в домике еще, да. Да. Ну, не знаю, сработает этот знак? Нет. Знак не рабочий. Мне кажется, на мель сел. Готово. Поехали сюда. Воу. А вот это вот ненормально, то что они уровня хер знает какого. Конечно, 15 уровень, а у меня только 9. Бомба. Ладно, попробуем снайперку. А, весело. Вот это вот из-за чего я говорю, типа, минус игры. То есть, враги выше тебя, и считай, все. Ты ничего не сделаешь. А ты что, хочешь что-то попытаться сделать? Пф, тебе этого не получится. То, что ты ниже уровня, чем они. Так, где у нас? Вот наверх. А, все ясненько. Ты не открываешься? Не открывается.
Я с баги хочу... А, и так можно. Нет, 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 залезть. Нам осталось только клапан найти. Нормально. Отлично. Теперь... Ну чё, мужик, походу у тебя есть всё для починки парового насоса. Теперь подключи всю эту фигню и доска объявления оживится, как спортсмен, коловший допинг перед стартом. Так, клапан. И вниз просто спрыгаем, да, и запустим. Почему ты урон не получаешь? Насос готов к работе! Запускай и зырь, как он искрит! Хера себе! Теперь доска объявления работы! Тупо щелкни рубильником и будет до хрена работы! Точкарбайтер! Точкарбайтер... Если будет худо, приходи. Я тебя подлатаю. Так, ну, в принципе, продаем. Это тоже продаем. Я динавид тут вижу. А так, задание, которое можно провалить. Всякие вы заполнили задание, которое можно... Эй, ты, кровосад, только что... Так. Покалечили моих последних курьеров, поэтому ты должен сделать это. Возьми посылку, когда соберешь их достаточно. Угу. Угу. Сейчас пойдем выполнять. Нужно приготовиться ехать. Забрать посылку и полетели. Ран, 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 ран. Это где город водяной, если что? Если что, я думаю, просто пробегу, я не буду ни с кем там драться, ничего такого. Просто бежим, сдаем и все. Понятно, что на меня будут нападать. Это все логично, понятно. Только главное понять, куда и что нести. Так, я вижу, хорошо. Запах, запах, запах. Ребята, тише, 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 тише. Посылка, посылка для вас. Все, все, все. Вот это другое дело, жаль, но я тебя выведу. Так. Ты просто примотал мои ноги к палке-скакалке. Вот он в полном здравии. В общем, малыш, в письма твои выходные, что-то там. О, видите, а теперь они просто меня не трогают. Мы сейчас все пособираем и уйдем. Так, я где-то наверху видел большой хороший сундук. Да, мы сейчас за ним сбегаем, заберем. Да, 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 постреляй. Готово. Так, там унитаз был, так, большой сундук.
Большой-большой сундук. Два унитаза, раз и два там. Так, сейчас собираем. Ясненько. Так, унитаз там. Не тратим время, просто забираем все и уходим. Забираем, мы уходим. Готово. Сколько у нас по инвентарю там? О, 4 безбашенности. Скорость перезарядки, скорость стрельбы, уменьшение, дача, скорость подзарядки, шанс... скорость перезарядки взять. Да. Урон стихии, урон гранат, задержка подзарядки, максимум уровень здоровья, ёмкость щита, поддержка здоровья, ёмкость щита, готово, ёмкость щита, максимум, так, задержка подзарядки, урон стих, урон лишь уменьшение отдачи, максимум урон здоровья, ёмкость щита, уменьшение отдачи, скорость подзарядки, уменьшение отдачи, урон в ближнем бою, скорострельность. И я забыл инвентарь чекнуть, что у нас по месту. Еще 3 оружия могу взять. Там у нас что-то неизвестное, какая-то часть локации. У нас темная просто. Мне кажется, я бы сейчас умер. Вот мне кажется, я бы сейчас умер. Просто бы умер. Если б упал. Так, все, теперь у меня нету места свободного, поэтому просто ищем, смотрим. Там что-то есть, стоять. И что здесь? А здесь у нас ничего. Давайте от трубы прыгать. Хочу... Там что-то есть, по-любому. Давайте от трубы. Оп. Здрасте. Мы здесь сделали игру. И не думали, что сюда кто-то заберется, да? Стопотов здесь будет тоже значок типа ихний. Так, а где? Значок. Прятан, может быть. А, так я не умираю от воды. Или умираю. А мне кажется, но если туда пойти, там я умру. Но там тоже есть проход, как бы. Ладно, давайте вокруг домов посмотрим. Ахаха. Ахаха. Вы поняли, ребята? То есть я лазю туда, где нету текстур. То есть там у нас текстур нету, а здесь у нас вот, видите как? Как у нас здесь замудрено. Ладненько, ладненько, ладненько. Погнали, посмотрим, что у нас по кораблю. Так, что здесь? Здесь, по идее, у нас ничего не было. Попрыгали. На корабль. Корабль, корабль, корабль. Тут у нас ничего... А, то есть нормально, да? Хочешь познакомиться с моей подружкой? Ловите.
Так, отлично. 75. И что вы охраняли такое, что аж, я не знаю. Сундук тут? Походу, тут тоже ничего нету. Вам погнали сюда. По времени у нас 25. Нормально. Блин, а где? Что тут, значка нету? Борды. Странно. Я на самом деле думал, что здесь значок где-то будет на здании. Но оказывается, вот тут просто на слово нету. И у нас здесь еще есть один унитаз. 78, 100 с чем-то. 139. Так, поехали. 94, 88, 88. Выбросить. Готово. 88, 88. Забираем, уходим, продаем, готово. Нужно, короче, быстро... А, я понял, что это за место. Или нет? Нет, я не понял. Ладно, давайте вернемся, хотя продам вещи, и потом дальше полазим по этой локации. Так, там еще наверх куда-то заезд есть. Ту-ту-ту. Таинственные болезни, и у нас еще здесь задание. Ага. Если у тебя есть донорские органы, повезти их в приемник. Граната, граната, щит. Все. За 900, конечно же. И за 900 я и продам. Мы потом все равно на что это потратим. Правильно, мы это все равно дело потратим. Так, давайте, наверное, сначала поеду туда, где у нас закрыто это было. Или пойти туда. И уже фиг даже знает, куда идти. Давайте внутрь, ладно, пойдем. В эту пещеру. Большую странную пещеру. Ой. Мне не нравится тут только одно, то что типа дергается. 88, забираем. Все равно все на сплавку идет. Это дело все равно уйдет на сплавку. Угу. Пистолет. Кто-то оттуда что вылезет? Вау-вау-вау-вау-вау. Давай, лепушка! Ну, черт возьми, что у него там? Похоже на штуку, которая дырявит моих пациентов. Сделай ее у него. Да легко. Готово. Помог твой медицинский диплом в рамке, а, милосерд? Отлично сработано, искатель хранилища. Обыщи его, черт бы меня побрал. Это же технологии.
технологии. Чтобы я научился лечить людей, подстреленных из оружия на основе этихнологии, мне нужно хорошенько попрактиковаться. Теперь, когда у тебя есть оружие с этихнологиями доктора Милосерда, опробуй его на местных бандитах. Так. Это вот это, да, пушка? Видимо, пушка использует иридиевую технологию для превращения пуль в пули. Энергия, все такое. Ну я понял, субстанция. Мне нужно 25 таких. Да это понял. О, ни хрена себе. Они что, иридий глотали? Еще враги. Нам еще нужно. А важно, чтобы им на этих только. Да. Ну, я взял спецоружие, но у меня врагов тут нету. Кого я с ней буду убивать? А, поехали далее. Я знаю, куда можно съездить. Вот сюда. Этого и с этой убьем. Ой-ой-ой, я понял. Ты как думал? Только так все ж пополняются. Парень, я тебя сейчас щит снесу и этой пушкой добью. А, черт, он сдох. Он сдох раньше времени. Так, мне походу предлагают туда, да, пойти? Таинственные болезни. Погнали убивать ассасина. Хотя это в следующей серии нужно делать. Из пистолета. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.